Всем привет! А вы знаете, что такое мэшап? Мэшап – это популярное течение музыки. Заключается оно в том, что две песни соединили в одну. Это может быть мелодия из мультика или обычный прикольный звук. Смогут ли жители Казани узнать, какие две песни соединили в одну? Сейчас узнаем. Так, ну первую я знаю, типа «Одиночество сволочь», а вторую нет. Вот мотив, вот знакомый. Ой, как же это... Слава! Ну тут Рамштайн и какая-то попса типа Полины Гагариной. Ну, диалоги тет-а-тет. Не знаю кого. Вторую слышала. Я ничего не знаю. Ладно, вторую я тоже не знаю. Следующую. Стой. Следующий. Ну, браврлую песня, а текст я не понимаю. The Weekend, Blinding Lights, по-моему. Ну что ж, это было не совсем просто. Участники как могли пытались угадать. А вы бы смогли справиться с этим заданием? Пишите в комментариях. С вами была Ралина Мизбахова и Реана Файзулина. До новых встреч!